Заказывала себе на Озоне вот такие три формы. Сегодня буду их использовать первый раз. С антипригарным покрытием. Вот есть план спечь булочки, сдобные пирожки. У меня духовка на данный момент маленькая очень. Противень 30 на 40, поэтому очень мало что-то влазит в него. Здесь вот есть такая вот дополнительная форма, она квадратная. Потом есть вот такое сердечко и есть стандартная круглая форма. Будем пробовать печь.